Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Block Warriors. Welcome to Block Warriors, please enter your name. Так, ну, хотят, чтобы мы себя как-то назвали. Ну, давай я возьму, например, вот такую аватарочку. И звать меня, естественно, будут, ну, ребят, по стандарту, естественно, Рэйчиком. Да-да. Так, ну что? Very good, Ray. Типа, все хорошо. Мы тебя призвали в этот мир героев. Ох, ёк-макарёк. Так, ну ладно, компания, ребят, начинаем. Чем мы тут будем рассусоливаться? Ух, ё-моё. Отлично. Так, защищай свои базы. Ну, давай приступим. Так, что у нас тут? Добываем... Ага, минералы. Так, апгрейд замка. Так, ребят, а русский язык можно поставить? Скорее всего, нельзя. Ладно, хорошо, и так сгодится вернуться. Так, левел ап. Чего тут левел ап? Ага, мы можем с тобой прокачивать наших персонажей. Со временем, да? Так, улучшаем еще замок. А что у нас всего лишь два добытчика-то бегает? Давай еще, наверное, позовем. Ой, это далеко не добытчик, это, ребята, уже... Так, а что у нас тут? А, так у него... У него там тоже. Так, мы можем в любой момент с тобой сделать атаку и... Все, у меня четыре добытчика, это максималка. Что там происходит? Так, друзья мои, на меня тут... Хлыщи, скелеты какие-то бегут. Труха ходячая. Так, типс. Подсказки какие-то, ребят, здесь. Так, я могу еще вызывать. До 12 войск можно себе сейчас в данный момент сделать. Так, для прокачки замка нужно нам 1100. А где у меня вообще общее количество? Так, это мы с тобой закроем. Я не вижу общего количества. А, вот, вот, ребята. Сейчас можем улучшить еще наш замок. Обалдеть, тут целая крепость у нас. Так, опять они на меня тут идут. Ну-ка. В атаку, ребята. Ух ты, а у него второго уровня. Это ему не помогло. Рвем. Бойцы Майнкрафта атакуют. Давай. Да-да-да-да-да, вот так вот их всех. Нифига у них там пушки. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Есть, есть. Можно, конечно, автобой ставить. Так, минус башня. Минус вторая. И остается замок. Ну, давай, немножко, еще чуть-чуть осталось. Какой он живучий, ты посмотри, а. Все. Да, друзья мои, мы с вами. Монетки, какой-то билетик, 40 ключей. Причем они первого уровня. Так, это мы с тобой что, сразу начали второй бой? Награду, мы даже не успели с тобой ничего получить. Естественно, начинаем сразу же. Так, улучшите свой замок. А эти ресурсы у нас заканчиваются или нет? Я на всякий случай поставлю. Так, сколько у нас уже? Хватает, да? А их можно как-то... Вот как-то, ребята, делается. Чего? Третьего уровня. Да они сейчас обделаются. Хотя, погоди-ка. Бегут, 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 супостаты. На, на, на. Нифига он такой шустрый. Наяривает только шорох. Так, иди вот с этим объединяйся. Так, а вам пары нет, к сожалению, пока. Так, вон лучники могут объединиться. Лучники почему-то объединяются в чувака с молотом. Почему так? А, мне нужно замок улучшить для того, чтобы... Да, я понял, ребят. Для того, чтобы мы могли с тобой призывать еще рабочих.
Так, теперь можем троих, да? Так, кто тут у нас? Они второго уровня уже, кстати. Никчемники. Так, этот мелкий. А вот этого я не могу? Нет, конечно. Объединяем. Этих объединяем. Так. По-моему, вон тот. Нет, он не подходящий. Я хотел, думал объединить их, но ничего не выйдет. Компания Level 2, да, у нас? Так, можно улучшить еще наш замок. Что там уже? Бегут. Супостаты, ребята, прибежали. Блин, моего персонажа сейчас завалят. Трехзвездочного, я имею в виду. Так, кто-нибудь может объединиться? Может. Так, заберем. Так, ты иди сюда. Ты иди сюда. Так, подожди, вот этот... Этот с этим, что ли, да? А этот с мечами пока не может, ребят, ни с кем тут соединиться. Ну, можно, в принципе, на них... Что вот этот вот левел ап? А, ну это показано, что... Так, а тут можно будет еще, что ли, круче сделать? Ну-ка. Да дай ты мне... Блин, мне бы какого-то медика. Где тут? Ребят, где медик? Нужен медик, чтобы захиливать. Ага, так. Объединил. Подожди-ка, вот этого я могу же с этим? Ох, ничего себе. Чувачок такой стал у меня. Объединяем. Так, стоп. Блин, нету подходящего. Мечник. Это неподходящий. Они все разные. Не выходит, во. Давай, 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 разруливай. Готовы. Ага, пужанулись. Сразу отступать начали. Тут объединяем. Так, подожди секунду. Нету, да, больше? Этот с этим. Этот у нас... Опять не с кем его объединить. Девчулю сюда. Так, мечника сюда. Здесь так. Фига! Лучник, ребята, это лукарь. Мне кажется, что они не захотят сюда ко мне идти. Так, ты... Ага, объединил. Ой, зря. На! Лучик там только шорох наяривает. В плане, зачем вы отступаете-то? Так, а почему я не могу нажать на авто, чтобы они автоматически, а, ребята? Так, смотрим. Мечник с мечником, да? Здесь объединим. Кинжальчик, это не подходит. Мелкий с этим. Сюда. Так, там два маленьких. Вот так сделаем. Какая-то разносоленка у нас получается. Ну что, погнали, наверное, я так думаю. Пора их, ребят, здесь наказывать. Оу, запинали. У них тоже тут третий уровень. Рубашим, рубашим, рубашим. Так. Раскромсали башню. Рубим башню. Так, там мелкий получает урон, блин. По 3 единички. Сейчас уничтожит его.
А эти-то что у меня стоят? В атаку? Так, может быть, скорость увеличить? Давай, давай, разносим. Вот так вот, ребята, это все делается. Так, а что у нас тут? Ага. Мы с тобой можем открыть. И что? Смотри, у нас с тобой новый герой. Пират. Я не знаю, кто это такой, ребята. И рейдж герой. Редкий, да, получается? Ну-ка. Юз. Ага, вот что у нас с тобой дается в начале. Это новичок, это какой-то пират. Но если я, например, вот этого поставлю вот сюда. А вот этого вот сюда. Ну, персонажей тут довольно-таки много, если честно. Так, погоди ты там. А что, в магазин меня не запустят, да? Нет, ребят, не пускают, видите ли. Тут надо сразу в компанию идти. Ага. То есть, а до этого что было? Обучение? Ну-ка, проверим. Так, пират. Пират, он у нас, ребята, с копьем, судя по всему, да? А этот с дубиной, чувак. Угу. Так, приобрести 3 фермера. Сейчас мы с тобой это сделаем. 3 фермера. Для нас это сущие копейки. Сколько он стоит? 200. А, нужно башню же, блин. Я все время забываю, ребята, у нас лимит же. Вначале прокачиваем башню, после этого только можем с тобой взять фермера. Вот сейчас мы с тобой... Ага, уже атака на меня идет. Кто там? 2 уровня? Мы его порвали, отлично. Так, 3 фермера у нас с тобой есть. С лопатой, чувак. С лопатой. Сразу вопрос возникает. Так. Ага, понял. Неподходящий, да? Лопата с лопатой. Так, следующие на меня там рвут. Так, ну здесь-то мы должны, в принципе, победить. Ага. Так, ну тут неравные силы, блин, победил. Понятное дело, он 2 ранга был. Так, мы его разобрали. Нам бы замок с тобой улучшить. Давай, наверное, скорость немножко повысим. Добывальщика. Сколько он там? 300 стоит. Так, погнали. Лопатник. Плюс лопатник. Эть, не успел лопатника, ребят, соединить. А вот теперь можно. И все равно он покоцанный, ребят. Даже если мы объединяем покоцанного с покоцанным, он все равно, ребят, будет таким неполноценным. Так, это лучник. Лучник с... А, это 2 уровня. Так, колотушка. Блин, 2 уровня они. Так, сюда, сюда. Этого с кем? Да этого не с кем. А, погоди-ка. Не успеем, не успеем, ребят. Это с кинжалами, это как ассасин получается у нас. Ну, давай, 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 давай. Есть, отбились мы тут, слава богу. Но мне-то надо прокачивать. Повышать ранг. Так, вот с копьем, сюда. Этот сюда. Так, ну это у нас уже такой легендарный герой получается. Хотя нет, легендарный это будет немножко другой. Когда у него будет там пламя сиять.
Вот, вот теперь чувак легендарный. Наверное. Я не уверен в этом. Да, можно, в принципе, на них напасть. И я думаю, что мы сможем выиграть. Так, объединяйся вот с этим вот. Так. А, он второго уровня. Все не угомонятся, да, никак? Ну, лучших-то, конечно, этот будь здоров, наяривает. Пора в атаку, наверное, ребята, идти. Погнали. Думают, я буду на них любоваться, что ли, тут до посинения. Как-нибудь не так. Вон, тут с лопатой чувак. О, прекрасно. Да-да-да-да-да, засуетились, забегали сразу же. Никаких шансов, ребята. Ни единого. Так, улучшаем себе замок. Я вот единственное не вижу здоровья вражеской базы. Не показано. Все. Разорвали. Go ahead. Так, ну что, ключики мы с тобой забрали. Вот сюда могу зайти в магазин? Могу. Бесплатно. Деревянный сундук. Ага. Новый герой нам выпал. Новый герой нам выпал, да? Так, здесь ничего больше интересного нету. Бесплатно. Через 6 часов, да? Слушай, а что-то здесь вот в магазине есть. Неужели только вот эта реклама? Или нет? Наверное, нет, ребят. Так, герой новый. Так, мы можем с тобой, например, кого-то прокачать? По идее, вот этого... Ага, вот. Вот, ребята, как-то делается прокачка. За монеты, не забывай об этом. Пират, это бандит, ребят. Так, этого тоже же можно. Пропали. Так, и этого, да? Ага, деньги кончились. А это у нас Грого. Быстро двигается. Да ладно, быстро двигается. Двигался, как я не знаю кто. Эволюция тут, ребята, оказывается, еще есть. То есть можно эволюционировать твоих персонажей. Есть какая-то рулетка. 25 монет, ты серьезно? Это ж крохи. А сколько у нас вообще, ребят? Спинов этих. Опять 20 монет. И нет, чтобы сундук мне дать. Так, я так понимаю, ребята, спин-фри это за рекламу. Нет, сейчас действительно бесплатно. В чем-то подвох, ребята. Бесплатно не может быть вечно, согласись. Battle Pass 3. Ага, 20 гемов, 500 монет и... Rage Hero. Так, а, это премиум. Понял, 439 рублей берешь, ребята, и у тебя премиум аккаунт. Соответственно, внизу тоже будут открываться новые персонажи. Так, опять в магазине что-то там засверкало. Что сверкает? Я не пойму, ребят. Так, ну что, тут у нас, видишь, на 10 уровне открывается тоже какая-то арена. И на 8 уровне. Ну-ка. Ага, мы вот так с собой двигаемся, да, и вплоть до сундука. Тут очень много всего, да, должно быть. Ну что, поехали. Поехали. Подожди-ка, я взял новых персонажей-то себе или нет? По-моему, я ни шиша не взял. Это Tower Defense в мире Майнкрафт, ребят, если кто не в курсе. Так, ладно. Сколько нам нужно? 200, 200. Ну, сейчас соберем. Третий фермер у нас готов. В принципе, можем уже потихоньку делать армию. Единственное, что вот рандомно, ребята, выпадают нам юниты. А не быстро ли вы тут начали сразу же, а?
Так, второго уровня. Но мы-то не промахи, мы тоже с тобой успели все-таки сделать. Ага. Раскромсули до свидули, как обычно мы говорим. Так, здесь объединяем. Так, 750 для улучшения замка. Так, все не то, вот. Иди сюда. Так, что там опять? Кто бежит? Ну, это ерунда. Порвем, должны порвать. Давай. А что они тут без остановки-то, эй? Так, отдай мне камень. Смотрим, друзья мои, кого тут можно улучшить. Я вижу. Есть вариантики. Так, и все, что ли? Угу, опять атака. Улучшил, успел. Так, вот они вдвоем тут бегают. Так, очень много трехзвездочных персонажей. Хотелось бы их, естественно, перевести в высшую лигу. Так, объединяем. Объединяем. А, это не объединяется. Соединили. Так, подожди, блин, она третьего уровня, это неподходящий. Блин, ну с лучниками, конечно, плохо драться, особенно ближником. Слушай, они достали, поехали в атаку. Будем их рвать здесь. Что у нас получается? Пока вроде бы получается. На! Опа, он апгрейд успел сделать, да? Так, у него осталась главная база, и мы ее разнесли. Так. Ну, понятно, это поставить рейд. Так, билетики, 15 опять же ключей. Так, у нас и чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает. Так, что у нас там по героям? Кто-то... Ага. Юза, использовать. Давай вот сюда поставим его. Я ведь могу... Ух ты. Большеголовые ребята. Какой-то он, знаешь, это напоминает мне... Как их звать-то эти? Американского футболиста, короче. Грога. Как Грога, ё-моё. А вот кого эволюционировать, интересно? Это, наверное, одинаковых надо. Так, тут у нас какой-то Веровольф еще. Или там просто маска у него. Прикинь, легендарные карты получить. Ну, ты их, наверное, припаришься, ребят. Искать здесь, выбивать. Хотя Спинфри тебе в помощь. Нет, 35 монет. Да что ты будешь делать-то? Опять 35 монет. No trade. Так, ну что, по 20 монеток ты припаришься себе копить. Хотя, если они бесконечные, почему бы и нет? Так, по сеттингу мы смотрели. А тут, я так понимаю, привязываться через Google Play, да, аккаунт? Ну что, дорогие друзья, я думаю, что для обзора этой игры на сегодня будет достаточно. Пишите ваше мнение по поводу мне в комментарии. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.